Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 29-го тура серии А. Наполи-Кротоне. Встречаются 5-я и 20-я команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 7 очных матчах команды 4 раза играли на обе забьют нет и 5 раз на тотал больше. Наполи выиграл последние 5 очных матчей. Статистика команд. Наполи без поражений в последних 6 матчах, 5 из которых выиграл. Наполи выиграл последние 4 домашние матча. Кротоне последние 4 матча отыграл на тотал больше 4,5 и обе забьют «да». Кротоне проиграл последние 8 выездов. В минувшем туре Наполи выиграл у Ромы 2-0. Наполи выстрелил дуплетом в середине первого тайма. Героем матча стал Дрис Мертенс, который сначала точно уложил мяч в угол со стандарта, а затем завершил быструю контратаку. У Ромы было 2-3 реальных момента, разок за гостей сыграла стойка ворот. Кротоне проиграл Болонье 2-3. Хозяева отлично отыграли первый тайм, который выиграли 2-0, а потом провалились в обороне в тайме втором. Правда, при счете 2-2 у Кротоне был убойный момент, чтобы забить третий гол, но он его не использовал и тут же получил ответку. Очный матч первого круга выиграл Наполи 4-0. Кротоне только на старте сезона не забивал в выездных матчах, а затем команда неизменно проигрывала и неизменно забивала. Наполи дома выступает достаточно уверенно. 9 побед в 13 матчах, 33 гола забито. У Кротоне на выездах только 2 ничьи и 41 пропущенный мяч. В норме здесь надо ждать очередных 3-1. Из связки ставок тотал больше 3,5, обе забьют «да», победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал больше 3,5, 2,37. На обе забьют «да» 2,14, на победу хозяев 1,24. Конечно же, самая надежная ставка идет победа хозяев. Правда, коэффициент 1,24 невысокий. Но здесь можно, наверное, взять победу хозяев с форой минус 1,5 за 1,72. Скорее всего, Наполи должен выиграть с разницей в 2 или более мячей. Вариант с обе забьют «да» под вопросом. Вовсе не факт, что гости забьют. Наполи дома частенько выигрывает в сухую. Вариант с тотал больше 3,5 тоже из ряда рисковых. Тут вполне можно взять более спокойный вариант на тотал больше 3 гола за 1,83. Коэффициент вполне неплохой. По такой ставке, конечно же, может быть возврат, поскольку и 2-1, и 3-0 на такой матч вполне реальны. Однако, если взять во внимание тот факт, что последние 2 очные матча закончились именно с такими счетами, то есть 2-1 и 3-0, можно рискнуть предположить, что теперь будет что-то другое, хотя, конечно же, не факт. Уж совсем простой ставкой будет вариант тотал больше 2,5 за 1,51. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.